У будні. Щодня ми піклуємось про те, щоб ваш ранок був добрим. Тільки корисна та актуальна інформація. А відтепер ще й здоровим. Настраюємо себе на позитив і легке преодоління життєвих труднощів. Ранок з Україною. Дивимося і вчимося. З понеділка по п'ятницю, 7:15 до 9:00 на каналі Україна. Прем'єра. Чим обов'язаний Федеральному агентству по туризму? У вас зараз 3 зірки. Но можно стать и 4- и 5-звездочным отелем. При попытке к бегству стреляю на поражение без предупреждения. Усекла. Но в результате проверки звезд может стать и меньше. 3 зірки. Сьогодні рівно о 18:00 на каналі Україна. Сьогодні. Ее ненавидит собственный сын, и Татьяна очень хочет вернуть любовь своего ребенка. Правнука-то против матери настроили. Тань, зачем ты врешь? Ну, ребенок от тебя сам же ушел. То есть вы содержали ребенка на свою пенсию, да, правильно да. понимаю? А мама тебя била? Конечно. Да, было такое пьяное. Ага. Было. Упивали? Ну как, на праздники, день рождения, как все любят. Она очень хорошая актриса. Вот это, что она тут рассказывает, это большое вранье. Все плохие, кроме вас. В этом беда, Таня. Проблема у вас самой. Я не могу назвать матерью, ты не заслушаешь. Говорить Украина. Сьогодні о 19:45 на каналі Україна. Сьогодні. Шарлі. Десь около 200. Мне этой пули пол челюсти выше было. Это была одна маленькая пуля. Хватит! Этот человек уже наказан, а ты не смеешь из-за него перечеркивать всю свою жизнь. Светлана, вы меня не узнаете? Вы мой сосед. Разве не умнее было бы забыть про мое существование в принципе? Не всеми управляет ум. Иногда вперед ведут чувства. Карпу. Сьогодні рівно о 21:00 на каналі Україна. У субботу. Мое счастливое детство прошло в большой-пребольшой стране, которую однажды не стало. Чаще всего на лето мы с родителями отправлялись на дачу. Здесь я познакомилась с Егором, которого я полюбила внезапно, страстно. Но моей маме Егор почему-то не нравился. Я и предположить тогда не могла, что случайное знакомство, затеянное моей мамой, перевернет жизнь всей нашей семьи с ног на голову. Я хочу рассказать вам о своей жизни. История правдива, як саме життя. 4 пори літа. У суботу о 17:15 на каналі Україна. Прем'єра. Ну что за праздник у вас? А дежурство, Филимон, это всегда праздник. Інтерни попереджають. Алкоголь небезпечный для здоровья. Откуда у тебя эта страсть к алкоголю? Кохання. А у тебя дома есть туалет? Счет. Та роботи. Чтобы я тебя рядом с ней больше не видел! Интерны. Мы же теперь не интерны, а врачи. Неделя 20:45 на канале Украина. Канал Украина представляет півфінал чемпионату світу з футболу.